Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Сейчас мы выполним упражнение номер 6 на странице 72 учебника математики для 3 класса автора Маро. В книжном шкафу было 120 книг. Когда детям выдали книги, в шкафу осталось 56 книг. Насколько больше книг выдали, чем осталось? Давайте посмотрим, что нам известно из условия этой задачи. Нам известно, что было 120 книг. Сколько выдали, неизвестно, но осталось при этом 56 книг. Нужно узнать, на сколько больше книг выдали, чем осталось. Мы не можем сразу ответить на вопрос этой задачи, потому что мы не знаем, сколько книг выдали. Но можем это узнать. Нам известно, сколько было 120, сколько осталось 56. Чтобы узнать, сколько выдали, нужно из того, что было 120, вычесть то, что осталось 56. 120 минус 50 равно 70, 70 минус 6 равно 64. 64 книги к с точкой записываем в скобку тире «выдали». Теперь мы можем найти ответ на вопрос, насколько больше книг выдали, чем осталось. Выдали 64, осталось 56. Чтобы узнать, на сколько нужно из большего числа вычесть меньшее. 64 минус 56. 64 минус 50 равно 14, минус 6 равно 8. На 8 книг больше выдали, чем осталось. Мы дали ответ на вопрос задачи, записываем слово-ответ, ставим две точки и пишем «на 8 книг». Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.